Страна FM принимает поздравления. И в нашей студии появилась Маргарита Позаян. Маргарита, привет! Привет, Марго! Привет, Страна FM! С днем рождения! Такое счастье, такое событие. Круто, ребят. Спасибо тебе огромное. Слушай, ну, ты пришла нам пожелать всего-всего-всего-всего и, конечно же, исполнишь песню своего собственного сочинения. Да, всего и даже больше. Ну, во-первых, мне кажется, музыка на Страна FM самая лучшая, поэтому, конечно же, не могла не прийти, не поздравить вас сегодня, тем более вы такие замечательные, искренние, ваши эфиры я обожаю. Вот, и сегодняшний не исключение, тем более он такой праздничный, такой замечательный, летний. Круто. Спасибо, Маргарита. Мы тоже тебя обожаем. Спасибо. И если ты уже готова преподнести нам этот музыкальный подарок, то мы, в принципе, готовы его впитывать. Да. Ну, начинайте тогда. Поехали. Погнали. Счастлив, и я это знаю. Мне нравится бежать с тобой в унисон. Читай мои мысли, я разрешаю. Крепче держи, чтоб знала, это не сон. Я вырастаю и наполняю сердце дыханием нового дня. Прошлое тает, выше взлетаем. Удержи меня. Яркой кометой сияют глаза. Да, я смешная, ты слишком серьезный, но чувствам доверились наши сердца. Я вырастаю и наполняю сердце дыханием нового дня. Прошлое тает, выше взлетает, удержи меня. Давай еще раз, судьбе вопреки. Такого голоса, после такого исполнения, когда ты в конце сказал, ну давайте теперь вы будете петь. Мы бы растерялись, как мы сюда вообще. Если бы я начал петь, это все бы перечеркнуло. Я прямо видела твои испуганные глаза. Я просто хлопал. Потрясающий, мощный голос. Как хлопал. Я хочу напомнить, что это живое выступление в прямом эфире телерадиоканала «Страна FM». Марафон поздравлений, день рождения, 2 года. И гимн надо сочинять. Гимн, Маргарита, гимн. Не только песни. Песни одной не отделаемся, есть еще и гимн. Мы пишем гимн с самого утра, как все к нам приходят и пишут по строчке. Последняя строчка. Так будем, навсегда ж мы неделимы. То есть пятеро уже до меня были, да? Да. Да, так будем, навсегда ж мы неделимы. Так будем, навсегда ж мы неделимы.
Пока, пока, Маргарита, ну, думает, наверное... я подаю. Да, Маргарите, маркер. Все. Снимаем наушники. Ой, какая прелесть. Сейчас Маргарита нам напишет красный, гимн, а Михаил, красивый. Какая прелесть, тоже вот встал и загородил все камеры с собой. Ну, потому сел что Михаил... сразу же, сел, а, сразу, ты сел же. Сразу же. А я просто думала, что наконец-то ты победил вот нашей конкуренции. Кто у нас самый главный, кто самый красивый. Ты просто взял и перекрыл и, все, да, все собой. И тебя перестали показывать, просто потому что показывали. Я же расстраиваюсь, когда так такое происходит. Нет, надо помочь все-таки, Маргарите. Так будем навсегда... Ну, я думаю, здесь нужно написать. Сать. Так что мы пишем, Маргарита что-то дописывает любимые? Сразу в конце. Видишь, я поняла Маргариту без слов. Я сразу поняла, что речь пойдет я о любимых. Мне подход сам понравился. Начинаем писать эту строчку с последнего слова. Любимая. Творческая личность, понимаешь? Так. У нее все вот так. Теперь вот. Как-то надо подогнать в конце учебника ответ начало. Так. Ага, ага. Что же будет сначала? Потому что любимый есть, да. Так будешь навсегда же мы неделимые, любимые. И там пробел. Мне это напоминает учебник. Мне кажется, знаешь, тут должно быть несколько прилагательных. Та-та-та-та-та-та-та-та, любимые. Ну, хотелось бы, да. Ну, как... Навсегда же мы неделимы. И в радости... Может быть, типа того, что я бы хотела быть, что... Так. Так. Роскошно, замечательный. У меня столько мыслей в голове. Что-то вроде как... Надо выбрать одно. Как в ритме музыки... В ритме музыки... И в ритме музыки... Само собой любимы. Нормально. Само собой, прекрасные слова. А чем не понравилось? А нормальные слова, само собой. Само собой, да. Само собой. Надо быть ближе к народу. И может быть даже не в ритме, а в мире музыки. И в мире музыки. Шикарно. И в мире музыки. И в мире музыки. И в мире музыки, пишет Маргарита, и не остается места перед словом «любимый». Само собой! Само собой! Да, ну прям... Тогда ж, и в мире музыки, само собой, любимый. И в мире музыки... Да почему? Естественно, хорошее слово. Да само собой, вообще классно. Что же вы так... Что вы стесняетесь слова «само собой»? Давайте... Потому что оно не поэтичное. Слушай, ну... Не те стихи вы читали. Слушай, а вот и насчет поэтичного. Ты расскажи нам вот пока, ну, если ты можешь придумывать стихи. Да-да-да, ты пока думай слово и рассказывай нам, какие у тебя в самое ближайшее время планы, чем ты нас порадуешь, над чем ты сейчас работаешь. Я вообще, у меня замечательное событие. Только тогда к микрофону в любом... Ну тогда надо дописать! Ну мы потом напишем, она нам скажет, мы допишем, да. Да, говори, говори, говори. Буквально 22 августа выходит мой первый сольный альбом. О, вау! Самое значимое событие в моей творческой жизни, я прям предвкушаю. 22 августа. Да ты что? Новая музыка, да, и очень много интересных песен. Вот, кстати, давай еще раз как раз войдет. Да, рукой подать. Ну, у тебя будет презентация, все дела, ты прям там... Нет, просто в iTunes все залью. Ну, и, в общем, на все цифровые площадки. Так я же его вроде как уже презентовала. А, уже презентовала. А, где же была Майорова? Я просто, знаете, я летаю в облаках. Дезактуализировано. Ну что же, ты все само собой хочешь? Нет, как раз ты права была по поводу «и». То есть и в мире музыки чисты и... нет, не чисты, сейчас... довольны. Довольны. Искренне довольны. Искренне любимы. Искренне, давайте, хорошо. Ну кто молодец? Ну кто молодец? Михаил, ну вы его молодец, конечно. Ну пусть еще раз будет. Мы... Мы искренне любимы. А ты говорил, не поместится. Слушай, скажи, пожалуйста, еще, вот у нас не так много времени остается, но я хочу узнать, а вот новый альбом, он уже сейчас выйдет, а клипом-то ты нас порадуешь? Ты придешь? Непременно, конечно, я же понимаю, что я очень хочу, чтобы вы крутили мои песни, в том числе клипы, поэтому непременно я буду счастлива просто снять клип. Но, кстати, эта песня еще пока не открыта в iTunes, она как раз 22 августа будет открыта миру, и на нее, скорее всего, я буду снимать клип. Ну, давай, хорошо. Называется она SL, Up. Больше ничего не могу сказать. Спасибо тебе большое за этот эксклюзив. Ждем! Маргарита Позаян, телерадиоканал «Страна FM». Спасибо, что пришла. Спасибо огромное. Еще раз с днем рождения, «Страна FM». Мы вас любим. «Страна FM» принимает поздравления.